самом деле, то, о чем я буду говорить, отчасти большой эксперимент, потому что мы еще не подготовили такого решения, которое вот прям можно выложить там на GitHub, всем показать, сказать, вот, ребята, там, делайте так, и будет вам счастье. Этого еще нет. Все в процессе. Мы начали с учебного проекта, а сейчас тот прототип, который мы подготовили в течение там, 2 месяцев, начали использовать уже для проектов, которые делаем на заказ. То есть мы его сначала потестили на кошечках, потом начали тестить на кошечках с деньгами. Значит, почему вообще такой заголовок, причем здесь скорость, качество там, и все остальное? Дело в том, что наша компания занимается не только Java, у нас есть и другие языки пока. Значит, и мы попробовали очень многое. Начинали мы вообще с PHP. Я лично писала на PHP ни одно приложение. Простите. Значит, ну, 2 слова. Я обычно этот слайд никогда не вставляла, но в этот раз я решила его добавить, просто чтобы было понятно, что я не чистый Java-разработчик в данном контексте. Вот. Часто просто прошу прощения за выражение, срач между языками возникает между людьми, которые знают один язык или, ну, как бы, скажем так, JVM против остальных, там, .NET против остальных, Ruby против остальных и так далее. Но чаще всего с обеих сторон люди, которые знают что-то одно. И они просто кидаются какашками друг в друга. Значит, при этом никто не может обосновать практически другой стороне свое мнение. Вот я в данном случае могу сказать, что я пробовала довольно многие вещи. И на JavaScript я писала еще до всякого Ajax'а. Вот все вот эти get-element by ID и все остальное ручками. Это все было в моей жизни. Вот. Поэтому, ну, как бы некоторый опыт работы с динамическими языками, с статическими у меня есть. Единственное, на чем я никогда не писала, это на C#, но я читала код. В общем, ну, я считаю, этого практически достаточно. Если бы они когда-нибудь стали кроссплатформенными, может быть. Очень кратко. Дело в том, что Java классически находится в другой нише, скажем так. То есть есть известные проекты, большие, типа eBay, например, которые написаны на Java, но в основном она используется не в контексте веб-приложений, которые там всякие стартапы, всякие там solution-ы, бизнес-ту-кастомер и прочие вещи. То есть там почти всегда все остальное. Ну, основная ниша там за PHP по-прежнему. Вот. Поэтому вот чего обычно хотят от веб-приложений, что включают многие веб-фреймворки из коробки. Я не буду даже это читать, я думаю, вы все в состоянии прочитать сами со слайдов. Значит, тут и к безопасности довольно серьезные требования, и то, что у нас очень много всяких браузеров и всего остального. То есть в корпоративной среде чаще всего можно наложить требования на то, что вот используем один браузер и все. И корпоративные пользователи никуда не денутся. Если же мы говорим об открытом вебе, то там уже это все не так, и мы вынуждены все это учитывать и так далее. Буквально коротенько, почему Java, когда, чего. Я здесь не слишком сильно следила за хронологией, я думаю, что вы в Википедии в состоянии все это сами посмотреть, если я там где-то ошиблась в мелочах. То есть сначала у нас было все, что может работать через Common Gateway интерфейс, да, на чем угодно пиши, главное, чтобы, значит, стандартный вывод мог выдать HTML. Потом у нас, значит, вырвался PHP 95-3, ну что-то такое. Значит, и Java на самом деле здесь оказалась потому, что она очень удачно выскочила со своей Java-машиной для микроволновок и холодильников, которая вдруг неожиданно оказалась востребована в веб за счет того, что у нас очень много там Unix и Windows и все остальное. Вот. И в 2000-е годы у нас на самом деле произошел взрыв именно вот веб-фреймворков. Они как-то все кучей выстрелили, появился Ajax, который все тут же использовали, и вот куча-куча фреймворков. То есть они здесь примерно по хронологии появления написаны, ну так, очень примерно. Достаточно аналогично. То есть основные проблемы, которые они решали, были инфраструктурные. То есть они давали нам из коробки много приятных вещей. Миграции данных, очереди сообщений, там, хорошие темплейтные движки для веба и прочие штуки. То есть они в основном все решали именно эту задачу. Кроме вот Spring'а, пожалуй, который, по сути,
ну, веб-фреймворком и не является в классическом понимании. То есть это фреймворк для написания больших приложений, но не обязательно веб. Ну и там еще есть GEE где-то там, да, которая вообще живет в корпоративных всяких распределенных приложениях и так далее. И там все уже давным-давно есть. То есть есть синхронные сообщения между бинами и все остальное. То есть то, за что сейчас все любят, там, скажем, Erlang, да, и вот это вот все. А оно там уже лет 15 сидит, и все хорошо. Просто оно используется в основном вот в корпоративных средах, всяких банках там, и прочих вещах. Но дело в том, что там порог вхождения очень высок. То есть если наклажу, я думаю, ну вот как Никита сказал, 2 недели и все хорошо, то разобраться с большим серьезным GEE проектом, это не так просто. То есть 2 недель там явно не хватит. И есть еще такая штука интересная. Я вот здесь, кстати, не зря указала годы создания. На самом деле взлет произошел не так давно, серьезный в вебе, потому что все пошло в горизонтальное масштабирование. Поэтому резко стали востребованы функциональные языки, распараллеливание и все остальное. А языки, интерпретируемые, которые имеют global lock на уровне интерпретатора, они начали проигрывать сразу же, потому что они уже не могут так легко это победить все. И вот эта волшебная штука, здесь ссылка, можете посмотреть. Это штуковина, которая позволяет заменить Ruby-команду небольшим скриптом. Ну, собственно, скрипт уже написан вот этими ребятами. Ты просто натыкиваешь, чего тебе надо в приложении, получаешь готовое Rails-приложение с чистым кодом по всем заветам DHH, все как положено. То есть, на самом деле, уже напрягаться особо не надо. Я считаю, что это закономерное развитие этого фреймворка, то есть, вот оно только туда и должно было прийти. Что сейчас ждут от веба? Вот этот параметр, на самом деле, ключевой. Все хотят быстро, все хотят, чтобы у них, значит, стартап буквально там неделя-две в продакшене, там, ну, максимум месяц, если там хоть какая-то бизнес-логика и так далее. Ну и все вот эти вот приятные плюшки, которых все ждут. То есть Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Delivery, именно в таком порядке, то есть все начинают с того, что автоматически гоняют тесты, потом начинают делать всякие там автоматические деплои, а потом переходят к тому, что просто релизят фичи буквально по коммиту. То есть в Git push ушел в мастер, мы получили релиз в продакшене. Автоматизация миграции данных в продакшене, всевозможные мониторинги всего, там журналирование, логирование, все-все-все для саппорта и для того, чтобы определять, где у нас там проблемы, узкие места и прочее. Все хотят, чтобы у нас был быстрый, прекрасный UI без косяков в разных браузерах. Все хотят, чтобы у нас был API, чаще всего это UTREST, какой-нибудь JSON, то есть всякие SOAP и прочие штуки, они там, естественно, в большом вебе никогда не были и не будут, потому что слишком сложно. Все хотят, чтобы это было все устойчиво, выдерживало нагрузки, географическую распределенность и так далее. То есть вот это то, что нужно сейчас. Теперь небольшой холиварчик. Я здесь выскажу, естественно, свое личное мнение. То есть я не претендую на истину в последней инстанции. Вот мы хотим получить хорошее приложение со сложной, может быть, бизнес-логикой, там, с чем-то таким. Что выбрать? Вы видели языки, которые мне довелось, так сказать, попробовать. Я вот прямо сейчас на проекте пишу на питоне, например. Так вот, обычно среди недостатков статической типизации там говорят вот следующие вещи, что вот у нас все языки, которые статически типизированы, у них слишком много кода, и нужно собирать. Что вот я в динамическом языке могу строчку поправить, у меня, значит, сразу же в браузере все отобразится. Здесь нужна какая-то сборка. Ну, понятно, что эти вещи на самом деле не так страшны, как кажутся. Код в основном, всякие умные IDE, спасибо Филиппу и его компании, да, они умеют это дело генерить. То есть уже давным-давно люди этот код руками не пишут, там всякие гетеры, сеттеры и прочие штуки. И благодаря тому, что у нас статическая типизация, IDE умеет нам очень классно всякие штуки подсказывать. С динамическими языками это все сложнее. Именно поэтому IDE для динамических языков так сильно отстают, потому что очень сложно это все делать на самом деле. Ну и что касается долгой сборки, то в принципе в основном это все происходит из-за того, что правится именно Vue, а с Vue там методы борьбы есть. То есть как сделать так, чтобы все, ну, как бы без полной пересборки приложения мы могли сразу же видеть изменения в браузере. Понятно, что если вы пишете изменения в бизнес-логике, то тут без этого не обойтись. Но у статической типизации, естественно, есть преимущества. Вот контроль типов с интерфейсами — это штука, которая способна снять очень много головной боли. Когда я начала писать на Ruby, я поняла, что ну, проблема no method error и все вот это вот, это то, что способно вынести мозг, ну,
очень сильно. То есть у тебя нет вообще никакой гарантии, что тот код, который ты сейчас пишешь, отработает. Плюс еще эти миксины. Ну, то есть у меня, на самом деле, на этот счет паранойя. Я очень сильно не люблю всякую магию, когда к моему коду кто-то со стороны подмешивает непонятно что. Вот. Вот этим грешат языки, ну, то есть Ruby конкретно. Я это очень сильно не люблю, и пару раз нарывались. То есть сейчас рубисты на конференциях с болью в глазах рассказывают друг другу, как плохо делать сейв-делит при помощи магии и, там, и прочие вещи. Со статической типизацией с явным указанием типов сильно повышается читаемость. К сожалению, сейчас сложно обеспечить работу на одном языке внутри команды, особенно аутсорсинговой. И очень сложно сделать так, чтобы у тебя всегда в каждый момент времени были высококвалифицированные люди на данном языке под рукой, которые вот сядут и будут продолжать твой проект. Я сама лично столкнулась с тем, что мне достался код на питоне, который мне срочно надо было вот, дорабатывать. Но у меня ушло несколько дней на то, чтобы выучить наизусть те вещи, которые мне не нужно учить наизусть, пиши я на языке со статической типизацией. То есть я не вижу типа, мне нужно искать, что это вообще такое. Здесь слишком много просто ложится на программиста и на ответственность человека, который будет соблюдать соглашение. Вот я в аннотации про себя написала, что configuration over convention — это то, что я сейчас люблю гораздо больше, чем convention over configuration. Потому что когда у вас все в голове, все соглашения вы должны помнить, любой низкоквалифицированный человек приходит, который не знает этих соглашений, ломает все. Вот. Причем очень легко и быстро. И никакого контроля вот, у него уже не будет. То есть обезьяна с гранатой, натурально. То есть джуниор на Ruby проекте — это обезьяна с гранатой. С Java я могу спокойно посадить человека буквально там, ну, с небольшим опытом, выдать ему понятный кусочек и знать, что он ничего не сломает. Ну, естественно, код-ревью не это... От этого никуда не уйдешь. Да, он может написать кривой, некрасивый код, но он будет работать. Это большая разница. Ну, про IDE я уже сказала. Ну и вот. То есть, в принципе, есть еще и вот это. Я с ГВТ сама не работала так вот прям, чтобы много. Но я знаю, что вот есть любители, ну, то есть, не трогать руками JavaScript, да, вот. Ну, то есть, мы будем писать все на понятной джавушке, и у нас все будет хорошо, все проверено, а потом нам умный Google сгенерит. Значит, хороший JavaScript-код. То есть это все существует в природе. Ну и вот это на самом деле вопрос. Вот все такие вот новые, взлетающие вот сейчас языки, и кложи, и скалы, и все, они все равно все JVM-based. Есть ли вот, знает ли кто-нибудь какую-нибудь, может быть, находящуюся в разработке, но какую-то вот внятную альтернативу, которая возьмет, вот сейчас придет, все взорвет, и вот это все резко станет неактуальным? Давай. Parrot. Чего? Parrot. Erlang. Это виртуальная машина 1.6, которая еще не выпущена. Которая пилит уже больше 20 лет. И что? Нет, ну так вот заменит ли она все вот это? Может. Ну, теоретически. В общем, сейчас у нас есть два таких здоровых мамонта, с которыми практически невозможно бороться. Вот один из них JVM. Кто называет второго? Вебе. Нет, нет. LLVM, наверное. А? LLVM? Да нет же, JavaScript. Потому что сейчас... Да, потому что сейчас JavaScript, по сути, стал ассемблером для браузера. Ну, это для веба. Короче, не зря чувака из Firefox выдумали. То есть у нас сейчас все технологии, которые так, что ClojureScript, что CoffeeScript, что все остальные, они что делают? Вы пишете на языке, транслируете в JavaScript, исполняете в браузере. Dart это все не победит. Ну, я не верю в это, по крайней мере. Может быть, но очень-очень маловероятно. Visual Basic у нас уже был, ничего не получилось. В общем, короче говоря, пока я не вижу серьезных вот прям альтернатив JVM, поэтому... Не то чтобы я призываю всех писать именно на Java, да, но для нас пока это выбор очевидный. Мы начали изучать, там, смотреть на другие языки, вот те, которые здесь сегодня упоминались. Но почему вот для меня, например, холивар чисто между языками JVM-based не имеет смысла? Потому что, по сути, наша основная задача как разработчика бизнес-решений — это приносить пользу бизнесу. Бизнесу, по большому счету, все равно, что у вас там будет. Ему главное — быстро, чтобы это потом можно было развивать, чтобы это можно было поддерживать, и чтобы оно решало их задачу. А насколько красиво там внутри выглядят ваши лямбды, вот им вот честно сказать, до фени. Значит,
чего мы хотим, вот, собственно, чего хочет бизнес и чего хотим мы, как компания, которая поставляет решения для бизнеса. То есть вот это вот для меня существенно, потому что кто знает, как устроен рынок труда в Омске, тот понимает, что найти человека с очень-очень высокой квалификацией сейчас и к себе его переманить, это практически нереально, и никто этим, ну, как бы не занимается так вот, в такой явной форме. Люди сами переходят иногда, но так, чтобы вот кто-то там прям гонялся за... ну, не так их много. Поэтому что? Берем студентов, учимся, садим за код. Я пробовала садить студентов за PHP, я пробовала садить студентов за рельсу, я пробовала садить студентов за Java, теперь я буду всех садить за Java. Потому что, ну, как бы, люди, ударенные рельсами, со студенческой скамьи, они потом очень-очень тяжело постигают программирование. Потому что Rails — это не программирование. Простите меня, пожалуйста, если здесь есть Rails-разработчики. То есть это собирание лего-конструктора с очень плохим пониманием, что именно вы делаете. Нет, Prelang — это просто спасение для вот этих людей, которые не понимают, что они делают. Ну, то есть нам хочется на самом деле решать интересные задачи наших клиентов, а не сидеть и париться, как же нам чего куда прикрутить. Вот эта вот проблема, ее часто называют именно, ну, как бы основным минусом джавовских фреймворков, потому что там, чтобы из спринга что-то собрать, нужно очень нехило поплясать. Мы это, естественно, все проходили, и я лично это проходила. И вот именно с этой частью мы сейчас пытаемся бороться. То есть хочется писать на этом языке, использовать эти технологии, но при этом избежать вот этой проблемы. Ну, собственно, я уже все сказала, что Java практически все это дает. Вот что касается архитектуры, то есть если мы сейчас на самом деле вот именно с этой частью очень активно работаем, то есть мы пытаемся придумать, ну как придумать? Не придумать, конечно, с нуля. Мы берем там решение и от Фаулера, еще от кого-то, то есть то, что уже зарекомендовало себя, так сказать, в продакшене хорошо. То есть делаем такую архитектуру, которая не зависит от веб-фреймворка, чтобы можно было с того же спринга пересесть на что угодно. То есть это на самом деле не важно. Это просто Java-код, который может работать где угодно. И именно поэтому я очень сильно сейчас борюсь с тем, чтобы аннотации от фреймворка пронизывали все, потому что этот код очень тяжело потом переносить. То есть если вы захотите сменить фреймворк, это будет довольно сложно. И вот эта вот архитектура позволяет выдать новичку задачу в рамках конкретного слоя, например. То есть у нас есть слой доступа к данным, там все понятно. Он делает запрос в базу, возвращает объект. Там, в принципе, нечего особо ломать. Научись писать на SQL, у тебя все будет хорошо. Либо, если не SQL у тебя, а там MongoDB какой-нибудь, научись там собирать документы из Mongo, у тебя все будет хорошо. И твоя маленькая ответственность, тебе, ты во всем приложении ничего сломать не можешь. Что предоставляет нам на самом деле Java мир для веба? То есть я здесь попыталась собрать те инструменты, которые мы либо уже использовали, либо которые еще не успели использовать, но смотрим на них или... Ну там, в общем, часть изучаем, часть уже используем. То есть вот прямо сейчас мы уже используем Jade. Jade — это... он очень похож на Haml, на Slim, вот для тех, кто знает. То есть у него синтаксис очень похож, и есть уже мэвиновские для него конфиги, чтобы его подключать к проекту, то есть мы его используем. То же самое для SAS, для CoffeeScript, уже все через Maven можно в проект подтянуть, мы это сделали, то есть оно все работает. Собирается, компилится, все хорошо. FreeMaker я еще не смотрела, но я там дальше буду упоминать два веб-фреймворки, которые появились позже Spring и сейчас претендуют на то, чтобы частично там занять его место. Они оба используют FreeMaker, то есть это уже повод на него посмотреть. Мы пробовали использовать Tiles для... Ну, Tiles, во-первых, делает GSP, в отличие от Jade. Jade не делает GSP, Jade делает чистый HTML. Значит, и тут надо писать на XML. Это тоже один из, так сказать, для многих это одна из ступеней, которую они не могут перешагнуть. То есть, когда ты говоришь слово Java, многие в голове возникает XML, это не так. Вот. То есть, вовсе не обязательно делать XML-ные конфиги, если вы пишете на Java. Но тем не менее на спринге зачастую нет альтернатив. Я бы вот мечтала, чтобы у спринга был YAML-конфиг, кто-нибудь знает, там можно такое сделать, нарулить? YAML. Нет, Groovy — это Groovy, это динамически типизированный язык. Можно Нет, мы пробовали создавать все в коде, а наш заказчик, у которого разработчики старше 40, сказал, нет, что вы, можно нам, пожалуйста, XML, нам это сопровождать.
можно? YAML вместо XML. Но, по крайней мере, не такой многословный. Ну, на самом деле, если бы была просто трансляция, из, как сейчас, из XML, ну, то есть можно плагин Spring, грубо говоря, прикрутить, который бы сделал то же самое, только на YAML. Потому что он просто чуть более human readable. А вот эти фреймворки я сама лично не использовала, я их просто здесь как бы привела в качестве примера, что, в принципе, альтернатив довольно много, но альтернатив Spring сейчас практически нет для веба, потому что все остальные еще довольно сырые вещи. С базы данных... Мы сейчас полностью отказались от использования ORM. Поиспользовав его несколько лет, мы пришли к выводу, что ну его нафиг. Ничего себе. Вот. То есть мы сейчас используем MyBuddies. И ну, здесь стоит ссылка на iBuddies, там дальше будет MyBuddies как fork. GDBC template я не использовала, но мы столкнулись с некоторыми ограничениями в MyBuddies и поняли, что, скорее всего, нам придется переползти на GDBC template, но мы еще не пробовали это делать. Миграции. Есть два таких фреймворка, которые нам обеспечивают миграцию данных, Liquibase и Flyway. Разница между ними в том, что Liquibase — это старый добрый XML, и вам нужно будет писать, описывать модели данных XML, там, куда мигрировать, как обратно мигрировать, все это в XML, там довольно-таки ну, выносящие мозг эти штуки, и не факт, что все получится. Flyway — это чистый SQL плюс Java код, то есть освоить его гораздо проще. Но у него отсутствует обратная миграция идеологически. То есть они просто прям пишут у себя, мы не предоставляем механизм обратных миграций сознательно, потому что все равно ничего у вас не получится. Ну, в чем-то они правы. Ну, про сборку тут понятно все. Что касается деплоя, вот я здесь привела вроде бы Continuous Integration сервера, да, но я знаю, что многие люди используют Jenkins SteamCity для того, чтобы деплоить на кластерах. То есть на много машин деплоят при помощи вот этих серверов. То есть, по сути, у них есть все механизмы для того, чтобы это делать. Какая разница, какую виртуалку где поднять, грубо говоря. Ну, понятно, тут управление конфигами. Вот эта штука Gradle появилась вместе с Grails. То есть это тоже еще один сборщик, альтернатива Maven, но я с ним дела не имела. Я знаю, что он существует, говорят, удобный, но я с ним как бы не работала. Для логов я, честно сказать, не знаю, есть ли что-то... Кроме нашлепок на Log4j, я этого не видела, но неважно, на самом деле этого хватает за глаза, потому, и вот этот Log4j, в смысле его идеологию, вот этих всех уровней, там всего остального, растащили уже везде, есть Log4r, там, и все вот это, так же, как JavaDoc, то есть по принципу JavaDoc есть и Ruby Doc, и все остальное. С тестированием мы лично использовали, естественно, JUnit и Makita. Не использовали Spock Framework, но я про него слышала. То есть Spock Framework это что-то вроде Cucumber, кто знает, Capybara, вот этих вот вещей, которые тоже в рисовом мире достаточно популярны. То есть это фреймворк спецификаций. То есть если в юнит-тестах вы тестируете там методы и у вас там просто in-memory вычисления какие-то, грубо говоря, тестируете, Makita вам позволяет, например, заменить слой доступа к данным mock-объектами и не делать реальной работы с базой данных во время теста, то есть вы ее эмулируете. Makita при помощи там адского рефлекшена внутри делает примерно то, что мог бы позволить вам сделать динамический язык. То есть вы ну, как бы пишете заглушенные реализации методов, при этом вам не обязательно реализовывать все методы данного класса. То есть вы реализуете тот один, который вызываете в тесте, и все, и остальных больше нет. А Spock — это фреймворк, который позволяет описывать спецификации и тестировать ваш код по спецификациям. То есть это уже как бы бизнес-требование. Ну, с кэшами тут более-менее все понятно. Эхкэш — это вообще родной, мемкэш прикручивается. Мы пока вот на реальных проектах ни разу не использовали, но я точно знаю, что использовали в Tomteki, рассказывали на днях экспертизы. То есть я думаю, что если кому-то интересно, Толя, наверное, сможет что-нибудь сказать, да, на эту тему. Или Леша Ремнев только. Вот. Поисковые движки, которые часто прикручивают для того, чтобы делать поиск по каким-то там документам, по всяким там вещам, то есть они на Lucene, как на движке основаны. Ну, Elasticsearch, понятно, все уже слышали, он тоже написан на Java, и можно все это использовать. Мы Solr использовали вот, ну, уже два раза, по-моему. Для всяких очередей задач, во-первых, можно использовать те же самые решения, которые используют все остальные, то есть RabbitMQ, там всякие ZeroMQ, все остальное никто не отменял, в конце концов. Не обязательно это все пихать в Java-приложение. Ну вот Spring Scheduling позволяет нам делать не отдельно стоящую очередь, а просто прямо внутри самого же Spring
задавать расписание для запуска задач, и по расписанию все будет. То есть мы делали очереди, по сути, тем, что хоть в ту же базу, хоть в любую другую, ты просто складываешь то, что нужно сделать, поднимается по скедулеру, поднимается некий воркер, который это обрабатывает. По сути, все остальные работают точно так же, но по крону, в общем, разницы особо нет. Какой же фреймворк, по сути, выбирать, если вы вдруг вот решили все-таки... Ну, то есть мы поставили тоже перед собой этот вопрос и поняли, что пока альтернатив Spring нет. То есть вот есть вот этот фреймворк, он мне сейчас показался довольно интересным, потому что они выписали вот... Я его еще подробно не смотрела, то есть код я на нем не пробовала писать, но они выписали довольно большой список вот тех самых инфраструктурных вещей, которые они решают. То есть они туда включили все. И тестирование, там, и мониторинги, и очереди, и логирование, там, и эти темплейтный движок. Ну, все, что вот обычно входит в стандартный набор веб-фреймворка, там вроде как есть. Вот. Spark я посмотрела, исходники посмотрела, как выглядит проект. Это такая вот маленькая поделочка. Вот если мне хочется у себя дома поднять маленькие серверы, чтобы мои домашние, например, там что-то через веб-интерфейс там куда-то сохраняли, то в принципе неплохо. Там просто статические классы аннотированные, как бы пишешь и все. То есть там даже ничего не инстанцируется, никаких тебе dependency injection, ничего этого нет. То есть все вот такое вот. И на GitHub в issues'ах там люди написали, что типа, а что же вы так вот на статической этой писации? Доколе? Вот. Ну пока ничего не ответили. Ну, то есть, короче говоря, для вот масштабирования, например, там распределенных, как-то непонятно, что с этим делать. RESTlet, насколько я поняла по аннотациям его, создан для написания именно API-ев. Ну, поскольку сейчас, если вы, например, пишете серверную часть для разных клиентов, у вас есть браузер, у вас есть мобильные девайсы, нативные имеется в виду, там под Android, под iOS нативные приложения написаны, вы делаете просто API, JSON-овский какой-нибудь, и все. Все остальное у вас там получается из коробки. Ну а на фронтенде у вас, например, все на чистом JavaScript, и все. Что мы сейчас делаем, по сути? То есть над чем мы работаем? Это все вот сейчас в процессе находится. В зале присутствуют люди, которые, собственно, работают руками. Я со стороны в основном смотрю, поэтому про какие-то прям детали я вам сейчас не отвечу. Но есть люди, которые могут ответить, они находятся здесь. Но один вон, второй вон там за компом сидит. А он сейчас готовит, да? Нет, просто пришел, видимо, поработать, я не знаю, на выходные. Вот, мы сейчас с MyBuddies'ом работаем, но я уже сказала, что мы наткнулись на одно ограничение. Мы использовали вариант с аннотациями, и они прям написали, что мы не будем мапить join на список, потому что в аннотациях это невозможно. Используйте XML. Ну и как бы немножко напрягло. Здесь всякие архитектурные подходы. В общем, если использовать те паттерны, которые можно найти, ну, здесь ссылки на всякие статьи, вот этот блок Фаулера там и прочие вещи, книга Эванса там дальше будет. В общем, если эти все подходы использовать, то ни один стандартный веб-фреймворк из коробки вам этого не сделает. То есть MVC недостаточно. Само по себе паттерна MVC недостаточно. Потому что совершенно непонятно, где писать бизнес-логику. Вот благодаря этим паттернам становится понятно. Я специально не поясняю, даю ссылки, кому надо, вы посмотрите. Презентация же быстро выложена, я правильно понимаю? Отлично. Вот. На клиенте мы один раз использовали Angular, и все. То есть мы поняли, что нет. Я от Google, честно сказать, не ожидала такой подставы. Слишком много магии и мало смысла. Сейчас взяли твиттеровский Flight, твиттеровский же Bootstrap. И просто делаем там, ну, в общем, у нас комбинация общения с сервером и HTML, и JSON. Ну, то есть каркас страницы, понятно, мы ни один в чистом виде джаваскриптовый темплейтный движок не используем, только для каких-то мелких вещей, приходящих там данных в сервер. Ну и по сути мы хотим что? Мы хотим, чтобы мы могли на Java писать так же быстро, как сейчас это делают на Rails, там, на Django и так далее, но при этом, чтобы то, что мы сделали, не надо было выкинуть через полгода, переписать все полностью, потому что оно все зашло в тупик и так далее. Вот. То есть этим грешат практически все проекты, которые вот так вот наговнятыми на коленке. Ну вот, как бы, да, это все пока в процессе, то есть я думаю, что через какое-то время можно будет рассказать о результатах, ну то есть частично сделано, но еще не до конца. Вот. Где можно там ознакомиться с какими-то подходами, то есть понятно, очень многие вещи написаны у Фаулера, но там нужно, у него, например, Active Record тоже описан, поэтому тут нужно аккуратно.
Все паттерны, которые Фаулер перечисляет, не значит, что нужно их сразу брать и тащить в свое приложение. Эванс писал в 2003 году и писал про приложение для бизнеса, но не про веб, поэтому там многие вещи отсутствуют. В частности, на вопрос, а что делать с пейджингом, он никак не отвечает. Поэтому мы придумывали там это все самостоятельно. Блог Фаулера, вот эта вот статья специально написана для рейсовиков, писал ее наш российский разработчик, но на английском языке. Может быть, у него есть где-то на русском, но я думаю, для разработчиков проблемы нет на английском прочитать. То есть он специально для рельсовиков объяснил, что это такое, domain-driven design и с чем его едят. Вот. И вот подкаст, мне ребята скинули ссылочку на него, то есть это ребята тоже из Штатов, по-моему, рассказывают голосом, на английском, естественно, языке, что такое domain-driven design. Ну, собственно, все. Но можно чуть-чуть задать. Ну, будут кулуары. Я вижу, да, первый Коля. Да, вот что, Аня, спасибо. Да, такой вопрос. На Кудафинске очень много говорилось, вот прямо там в фотосессии, про самые последние тренды разработки высоконагруженных бэкэндов. C++ или C даже на бэкэнде. Это, ну, для меня какой-то шок был. То есть Java на Кудафесте не было вообще. Не знаю. Да. Была. Ладно, почти. Немножко. Чуть-чуть, да. Было чуть-чуть. Вопрос, с чем связано, вот как ты думаешь, что есть у них, что они могут на C++, и что нет у вас? Нет, ну ты же понимаешь, что C++ это просто еще более низкий уровень. То есть если тебе не хватает оптимизации производительности в Java, то тебе придется еще ниже спуститься, чтобы уже там напрямую в памяти там что-то раскладывать или еще что-то такое. У нас просто нет такой проблемы, как, скажем, вот у вас, да? Мы таких высоконагруженных приложений не пишем. Я вот на Women Techmakers рассказывала, у нас бизнес-логика сложная, а пользователей не очень много. То есть у нас немножко обратная ситуация. У вас чаще наоборот, у вас не очень сложная логика, зато очень большие нагрузки. А у нас другое. И поэтому для написания именно бизнес-логики C++ как-то вот ну, не очень. Нам просто смысла нет это делать. То есть нам нужен все-таки какой-то язык, который чуть лучше объектно ориентирован там и как-то... Не то чтобы я слишком счастлива от того, что есть гарбаж-коллектор, но мне все равно, я могла бы и без него обойтись. Но люди вот радуются, что можно хотя бы там память руками не освобождать. Но как только ты начинаешь подниматься на более высокий уровень, у тебя сразу течет память, перформанс падает там, и все остальное. То есть все равно хоть какие-никакие пользователи-то есть. Да. Вот. И хоть чуть-чуть ты попробуешь пойти вширь, у тебя уже там многопоточность отрезана, то есть ты уже вынужден все просто... Вот рубисты с питонистами, они просто обвешивают все кучей воркеров, которые... Все обрабатывают асинхронно, потому что в синхронном режиме ничего обработать не могут. Затыкаются от блока интерпретатора. Ну ладно, то есть потому что это вынуждены. Ну как вынуждены? Нет, ну мне, вот лично мне Java как язык нравится. Но не все разделяют мою точку зрения у нас в компании, естественно. Это совершенно понятно. Но, тем не менее, даже те, кто пишет не на Java, они сейчас вот все эти архитектурные вещи тоже начинают к себе тащить и смотрят просто на тот код, который они писали на Rails, например, на тот код, который в правильной архитектуре, они понимают, что там от Rails ничего не остается, и просто надо сидеть и руками писать весь код заново. А если писать весь код руками, то статическая типизация здесь выводит гораздо лучше. Согласен. Так, вопрос, Саша. Спасибо. Особенно за отказ от интернета. Вопрос такой, скаффолдинг. Что? Скаффолдинг есть или нет? Нет. А будет? Нет. Я не вижу в этом смысла вообще никакого. То есть написание небольшого контроллера ручками занимает максимум, там, я не знаю, час времени. Но мы уже просто, вот ребята не дадут соврать, у нас уже были ситуации, когда очень сильно менялись бизнес-требования. Ну, как обычно это бывает, да? Вот. И за счет того, что у нас была так построена архитектура, у нас изменения происходили очень быстро, несмотря на то, что это вроде бы Verbose Java код, да, на самом деле. Нет. Но именно как... Я к автоматической генерации кода отношусь настороженно. Если ты хочешь скаффолдинг, бери сразу Prelang, и там вот будет все хорошо. Вот следующий вопрос. Я по расходу XML.
последний год, наверное, я везде слышу, что все равно надо скринять, его надо прям уничтожить. И вопрос по поводу Ямла, как им можно заменить? У него есть вообще схема? Я с вами согласна, что XSD, конечно, это отличная штука и так далее. Я на самом деле не считаю, что XML надо искоренять. Вот. Но у меня все остальные наши разработчики, вот Дима сейчас встанет и может набросит, да? Ну, то есть, короче говоря, меня это не напрягает, но напрягает остальных. Поэтому, если бы была какая-то альтернатива, было бы, наверное, лучше, если бы хотя бы был выбор. Так, еще и давайте помним вашу программу. Нет, ну, если вы просто разбираетесь, да, конечно, я думаю, да, мы какой-нибудь опенсорсный проектик на GitHub обязательно выложим, ну, как только будет не стыдно показывать людям. Естественно, это не будет проект один из заказных, то есть это будет pet project такой. Вообще, такая может быть идея, может быть, это все должно вылиться в какой-нибудь момент. Это уже... Андрей, правда же, у нас уже есть Maven архетип или нет? Нету? Ну, думали об этом. На самом деле, тут дело даже не столько в Maven архетипе, сколько уже появляются мысли, не сделать ли фреймворк. Но пока есть ощущение, что проще из спринга собрать. То есть, если есть возможность не писать что-то с нуля, не надо писать с нуля. Я вот так считаю. У меня два вопроса. Почему оказались хибернейт, почему были iBatis, а не простенький джук, который... Кто? Же самое, джук. Это то же самое GDBC, только с более удобным конструктором и скорее выражением. И почему используется JUnit, а не Spring, то есть фреймворк, который очень удобно контроллеры тестит, у него есть свой тестовый контекст, в общем, хорошо понимает, у него свои моки. Ну, мы Spring Test Framework пока еще не смотрели. Дело в том, что мы тесты на контроллеры вот именно на спринговские не пишем. У нас просто есть приемочные, ну вот Дима писал, да. У нас есть приемочные тесты на Ватире, которые вообще тестируют вместо... Ну, Ватир — это тот же Selenium, по сути, то есть веб-драйвер. Вот. То есть мы... вот эта часть, которая веб-морда, она тестируется просто сразу прямо со стороны UI. Вот. А слой сервисов там, в принципе, ну, надо посмотреть, я просто ни разу этот Spring... На JUnit мы тоже эти сервисы не тестируем. Ага. Там уже Makita идет, и вот кто-то это все. Заказчик требует, кто-то не требует. Вот заказчик требований на то, как именно писать тесты, не накладывал в данном случае. Ну, естественно, это все... Мы выберем какой-то вариант, который лучше всего подходит. Сейчас пока у нас нет конкретного ответа, вот как более быстро делать, там более правильно, более удобно. Ты, кстати, что использовал для тестирования контроллера? А, то есть ты Spring Framework тестовый использовал? Ну, ты видишь, я уже просто не знаю, они сами это делают, я просто не в курсе. Вот, это прекрасно. Да-да-да, и вообще первый вопрос был про что-то другое. А, про Hibernate. А, что касается Hibernate, вот я там упоминала Фаулера, вот это вот, Common Query Separation. Значит, дело в том, что Hibernate задает инфраструктуру на уровне модели. То есть ты выписываешь все связи железобетона на уровне модели. У нас они так жестко не прописаны, мы используем чистые поджи объекты, вообще чистые, безо всяких аннотаций, без ничего. И для того, чтобы строить сложные запросы, есть другие модели, специально поисковые. Вот. И мы можем разные поисковые всякие сложные запросы делать в разных местах, не связывая жестко, не прописывая, что вот здесь lazy, здесь у меня такая связь, здесь такая. То есть они компонуются в зависимости от юзкейса. И это позволяет выпилить юзкейс целиком, выкинуть его, заменить на другой, можно и все сделать. Будет работать. Так. А здесь у тебя есть связь. Все, уже все, давайте в кулуарах. Все остальные вопросы, да, лично можно, не знаю, пройти в комнату. Поблагодарим Анну за прекрасный доклад.